Дорогие выпускники, уважаемые родители, искренне, от всего сердца хочу поздравить вас с окончанием медицинского училища. Несколько лет назад вы пришли к нам поступать, сделав для себя очень важный выбор. Хочется верить, что этот был выбор не случайный, а единственно верный. Позади остались годы учебы, экзамены, защита выпускной квалификационной работы, но самый главный экзамен у вас впереди. Экзамен на компетентность и профессиональную состоятельность, на добро и милосердие, на способность помогать и сострадать ближнему. Особые слова благодарности хочется сказать сегодня выпускникам, которые в период эпидемии работали в инфекционных стационарах. Большое вам спасибо. Дорогие выпускники, покидая стены университета, помните своих учителей, которые вас научили всему, что знают и умеют сами, и подарили вам частичку своей души. От всего сердца я поздравляю вас, желаю вам счастья, благополучия, успешной профессиональной деятельности.